Здравствуйте, меня зовут Катерина Кабанже, я оперная певица. Моя особенность заключается в том, что я могу петь и танцевать одновременно. Я танцующая оперная певица. Как такое получилось? Пару лет назад в моей оперной карьере случилось такое необыкновенное обстоятельство. Я стала автором спектакля, где моим партнером стал звезда Гранд-Опера де Пари Карл Пакет. И в этом спектакле я как раз танцую и пою одновременно. И танцую с ним, и пою одна, соло, но все происходит всегда в движении. Таким образом, я попала в этот удивительный мир танца. С одной стороны, я человек, который смотрит на мир танца извне, но с другой стороны, я попала в него, я прожила все прелести, дикие предельные испытания, самодисциплины, адские боли, когда ты становишься на пуантах, страхи, когда ты должен сесть на плечо партнера и летать под куполом цирка. И обо всем этом я готова рассказать с большим удовольствием. Thank you.